Привет, доброго дня, мои хорошие. Вот буду тестировать вот эту пельменницу, равиольницу, как назвать. Маленькие квадратные пельмешки. Вот завела тесто. Буду делать фарш куриный у меня. Фарш не крученный, а разрезанный маленькими кусочками, ножом резала, кубичками. Лук натерла на терке. Вот. Мелко-мелко фарш, это я курочку нарезала. А, у меня курица, грудка вся, вот я нарезала, но она небольшая была, курочка. И окорочок. Вот, с этого объема я буду делать пельмешки. Ну, надеюсь, что хватит нам поужинать сегодня и на завтра еще хватит. Посмотрим, как получится. Все, как пойдет работа, еще не знаю. Может быть, буду вручную долеплять, если не пойдет. Надеюсь, все будет хорошо. Вот. Попробуем, что за штучка такая секретная. Последнюю забрала в ленте у нас в магазине. Все поразобрали. Тут одна лежала. И то недокомплект был, неполный. Вот. Будем лепить на ужин. Скоро папа наш придет с работы. Вот на ужин будут пельмешки. Такие делишки. Ну ладно, будем продолжать. Я замесила тесто. Тесто у меня отлежалось. Такое вот эластичное, не липкое, ничего. Было твердое очень, сейчас он мягенькое. Видите? Так, сколько у меня? 170 миллилитров, 180 миллилитров воды, килограмм муки, чайная ложка соли и 2 чайных ложки растительного масла. Такое вот я тесто завела. Я обычно больше завожу, но сегодня я завела так. На один раз покушать. Как сказать? На маленький объем. Ну, не на большой. Потому что фарша немного. Я так подумала, что этого хватит. Ну, да. Будем работать. Девочки, ну вот я навтыкала. Сейчас накроем. Вот так вот. И сталкой прочешем. Наверное, вот так, да? Так вот, раз. Вроде краешки. Краешки вот прорезались. А селедка никак. Ну-ка, вот так. Ну, вот так прорезается. Вот здесь не прорезается. Что-то как-то не выпукло. Вот эти вот резьба. Не выпуклая. Никак не прорезается. Что ж такое? Ух ты,
знаю, посмотрю. Так, девочки, подождите. Не знаю. Не вытрясается. Что-то не вытрясается. Не вытряхается. Ну чего ты? Ударишь? Ну давай. Вперед. Хоть на что-то решишь. Смотри, как что. Может, много напихала фарш. Девочки, второй раз уже лучше получается. Вылетают уже лучше. Вот, пожалуйста, смотрите, какие. Фарш мой. Вкусно пахнет. Thank you.
вот девочки, я налепила пельмешек квадратненьких. Ну, мне, скажу, так не понравилось. Не вылетают они. Как-то так плохо катаются, разрезаются этой скалкой. Может быть, железная была бы лучше, но пластмассовая не очень. Мне не нравится. Так что, ну, налепила, как налепила. Сейчас поужинаем, покушаем. Наш ужин воскресный. Перед работой покушаем. Вот. И байки. Приготовимся в порядок себе к работе. И спать пойдем. Пока. Всех целую. Такие вот пельмешечки. И как он, что с неба упадет или есть какие-то варианты? Конечно, есть. Да, что это? Ну, это я точно сказать. Ларис, я тебя прошу, перестань. Ну что значит, я не могу тебе рассказать? Или это ты мне не можешь сказать? Тебе не могу. Почему? Вот, девочки, пельмешечки готовы наши. Соевый соус. Девочки, у меня все спят. Не могу уснуть. Налила чаю. Развела творожок со сметаной. Хочу. Так вкусно. Завтра рано вставать. Сегодня не ездила на работу, компот не варила. А надо было.